Небольшая разминка перед велопрогулкой, защитная экипировка, хороший велосипед и можно отправляться в путь под наблюдением опытного инструктора. Очаровательная Дарина, обладательница самого яркого шлема, специально к этой встрече научилась кататься на двухколесном велосипеде. Меня мама еще вчера научила ездить на велосипеде, открутила лишние колеса и научила ездить на двухколесном. Я быстро научилась с первого раза. После велопрогулки Дарина поделилась своими впечатлениями с главой Дмитровского городского округа Ильей Поначевным. А сколько коней прокатилось? Ну, долго мы катились очень. А я почти до Дубны докатился в прошлом году. Еле обратно приехал. Еле-еле? Да, еле-еле. Велопрогулка, как возможность провести время весело и активно, это в целом инициатива главы округа, который тем самым выразил свое уважение семьям бойцов СВО. В легкой непринужденной беседе Илья Поначевный рассказал, что, несмотря на плотный график, находит время для спорта, в том числе и для велопрогулок. Тем более, имея в округе прекрасную трассу «Вело-1» с пунктами проката велосипедов, побывать здесь точно стоит. Даже просто полюбоваться природой. Красиво здесь? Красиво.